Всем привет! С сегодняшнего дня я начинаю публиковать ежедневные посты о панике, связанной с коронавирусом. Действительно, такая проблема существует. И коронавирус, и паника. Я буду с паникой бороться. Кроме того, государством предпринимаются меры для того, чтобы нас с вами обезопасить, чтобы мы меньше контактировали и таким образом избежать распространения вируса. Я уверен, что эти меры правильные и так нужно делать. К сожалению, под эти меры сейчас попала и лекция, которая должна была состояться 21 числа в Колизее. Сегодня принято решение правительством Санкт-Петербурга, что больше 50 человек мероприятий не могут проводиться. Те, кто купил билеты, я приношу вам свои извинения. К сожалению, это не по нашей вине произошли такие события. Вы сможете вернуть свои деньги, обратившись на тот ресурс, на котором вы приобрели билеты, это kassir.ru. Со своей стороны, я хочу сказать, что мы обязательно сделаем эту лекцию, сделаем ее онлайн. Да, сейчас такое время, когда мы все больше и больше будем переходить в онлайн и делать важные дела там. Переждем эпидемию, и все наладится. Я уверен, все будет хорошо. Большая просьба не паниковать.